Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 16 января, 3 часа ночи, прошла обнова, и мы ждем новинки. Само собой, мы ждем новинки, ребят, чтобы нас порадовали уже с Нового года хотя бы разочек. Разочек же можно? Мы заслужили, давайте. Да, Катран, ребят. Катран за 1200. Новинка. Из хороших новостей, ребят, у нас есть новинка. Из плохих новостей. На кого он рассчитан, интересно? На кого он рассчитан, потому что для людей, которые любят аккуратные скины, у него довольно... Хотя нет, как у этого, как у Аэрозоля, не настолько. Короче, мне он не нравится, короче. Я расстроен, вот что. Бэкпэк. Что с бэкпэком? Хрень какая-то, бэкпэк, нож единственное, что прикольно. Да, нож классно. А скин, мне не нравится скин абсолютно. 1200, со спины он неинтересный. С лица он тоже как будто вот чего-то не хватает. Не знаю, мне не нравится. Я огорчен. Катран и акульи жабры. Мне не нравится. Сколько? 500? Кирка, знаете, кого мне напоминает, ребят? Помните кирку Ёж? Чисто для олдов кирка. Помните такую кирочку? Давно-давно была старенькая. Вот мне ее напоминает. Кирочку я, наверное, возьму. Кирка вроде неплохая. Кирка вроде так и ничего, да. Кирочку я возьму, ребят. Сейчас досмотрим, что есть в сете. Кирочка мне нравится. Кирка прикольная. Сейчас досмотрим, что есть в сете, и, скорее всего, я ее возьму. А, понятно, досмотрели. Кирку берем, ребят, 500 V-баксов, тег автора указан. Посмотрим хоть кирочку новую. Хоть чем-то себя порадуем, ё-моё, сколько можно без новинок. Акулий укус называется. Нормуль. Посмотрим в игре. Мне кажется, будет ничего так. Один из моих любимых, не один их, а в топ-3 моих любимых скинов, ребят, это Zero за 2К. Ковбой, Zero и Фантом. Вот три моих любимых скина. Zero. В этом сезоне он был добавлен в самый первый день, ребят, с дыркой за спиной, которую я очень часто юзал как бэкпэк. Наверное, ее и новые сферы, ну не сферы, вот эти руны я юзаю чаще всего. Прям очень мне нравится. Охренительно. Скин тоже очень мне нравится. Классный за 2К. Да, он переливается, светится, вся фигня, но выглядит очень круто. Дальше обертка в его, эпицентр тоже, само собой, у меня есть, тоже выглядит очень круто. В цвет к нему беру, ребят, только эту обертку, все, больше никакую не беру. И эту обертку беру больше, ну, я, короче, вот это сочетание, обертка и скин, я их не меняю. И ни с чем другим не юзаю в плане, никакую обертку другую не юзаю, и эту обертку ни с каким другим скином. Кирки нету, дельта нету у него, хотя хотелось бы какую-нибудь кирочку и дельтик ему в сет, было бы очень круто. Ждем добавления. Погнали чекать, ребят. Начнем с кирки. Вот как она выглядит сверху. Очень коротенькая, аккуратная. След, наверное, скорее всего, стандартный будет. Да, стандартный след, звук. Пойдемте послушаем удары. Ну, неплохо. Аккуратная кирка за 500, ребят. Подводную тематику можно за счет вот этих зубов. Знаете, под кого мне ее хочется заюзать? Под пожирателя. Помните такой скин с разорванным лицом? Вот мне под его почему-то хочется вот эти вот зубы. Вот прям вот к нему просится эта кирка. Наверное, с ним буду юзать. Плюс под какого-нибудь карасика условного можно заюзать. Под акулу, если вы юзаете скин акула. Неплохая кирка за 500. Неплохо. И очень аккуратная. Я думаю, мы ее увидим. Я думаю, мы ее увидим у людей. Потому что она очень аккуратная. Так, Zero. С оберткой, ребят, чекайте. Как он охренителен. Просто охренителен. Бэкпэк. Воспоминания, да? Воспоминания о дыре, ребят. Сколько мы? 2 дня? 3 дня провели, надзирая вот за вот этим. Красота.
Охренительный скин. Просто охренительный. Охренительные скины за 1200. Да, это класс. Это класс. Это Сирока. Женский. Сироко. Женский. Класс. Сразу за раз захотелось опять пересмотреть этот фильм «Аладдин». Последний, который... который из мультика фильм сделали. Прям сразу захотелось. Хороший скин. Со стилями. Я помню, как мы долго... Я до сих пор помню, что, ребят, это было на загрузочном экране 4-й недели. И что мы их ждали не меньше 2 недель, пока нам их закинули. Были жесткие споры. Скин этот путали с мушкетер. Ну, девчонка была тоже с маской, не помню, как зовут. Мушкетер, по-моему, если не ошибаюсь, могу ошибаться. Тоже все были споры, она не она. Офигенно. Пацан, у меня есть пацан, ребят. И он... вот забыл, как его зовут. За 1200 со стилями. Он мне понравился больше. Где он там? Бедолад, ты где? А почему его нету? Или я, как всегда, зоркий глаз ни хрена не вижу? А, вот он, самый последний. Хамсин, точно, Хамсин. Охренительно тоже выглядит. Очень нравится мне. Прям вообще кайфы. Единственное, что мне... У девчонки нравятся все три варианта. То есть и в капюшоне, и с маской, и без маски. У пацана мне нравится только в маске вот так. Другие стили я даже не юзаю. Другие стили мне абсолютно не нравятся. Только вот так. Так вот выглядит очень круто. Дальше что у нас там? Обертка, по-моему, была. Да, обертка, которую мне, по-моему, подарили. Но обертка очень классная. Обертку юзаю периодически с другими скинами. Обертка хорошая. Не так много у нас золотых вот этих оберток со вставками. Смотрится классно. Теперь Хамсин. Как я и сказал, ребят, показываю... Да что такое? Показываю его в стиле, который мне больше всего нравится. В маске, с капюшоном. В прицеле. Обертку смотрим заодно. Обертка приливается классно. Хороший скинчик. Прям хороший. Да. Мне очень нравится. И он довольно аккуратно, маленький, ребята, спокойно, не мешается. Спокойно играть можно на нем, вот прям спокойно. Единственный маленький минусик, как по мне, это его кошелек. Хотя некоторые мне люди говорили, что их это наоборот прикалывает. Да, скин классный. Правая сторона. У нас новинка есть, называется «Глубины». Эффект такой есть, у меня обертка с таким эффектом. Я ее когда-то под шамана юзал. Я ее, возможно, даже из избранного убрал. Вот она. Да, вот она. Как она там называется? Рябь. Да, рябь похожая. Угу. Прям похожая, мне кажется. Ну, учитывая, что у меня есть рябь, и что я уже рябь не юзаю, наверное, смысла брать эту особо нету. А так... Да нет, нету смысла, нету. Не вижу смысла. Я, кстати, ребят, знаете, что забыл показать? След от падения за 400. Я купил. Не говорю, что трата V-баксов хорошая, но я купил. Выглядит очень классно. Если вы, ребят, в PvE фармите, можно взять. Если вы, конечно, покупаете, 200 рублей фактически это уже такое. Смотрите как бы от вашего... материального благосостояния, но выглядит прикольно. Глубины сказал. Что тут еще есть? Молчун, который мне не особо нравится за 1200. Ну, все равно толку от этого нету. Огромный бэкпэк еще и с вот этой полотном, которую ты никому больше не заюзаешь. И сам Молчун такой себе. 6-й сезон. Ё-моё, такое ощущение, что недавно выходил. Очень давно это было. Деп. Петушины деп, ребят, за 500. Петушины деп за 500 с первого сезона. Охренеть. Жесть. Даже не думай. Прикольно у него трясется эта хреновина. Вспоминается муви 43, ребят, где тоже вот так висело и тряслось. Но не... Ну, кто видел, я думаю, вы поняли, о чем речь. Ладно. И морская звезда. Бэкпэк. Это у нас деваха, ребят, карасика. Живой у нее, видите, тоже бэкпэк.
Деваха классная. Деваха чуть-чуть светится, чуть-чуть. У нее пальцы с перепонками и лапы такие, полущупальцы. Прикольная деваха. Это с 14 дней лета она была первый раз. И ее дельт огромные, огромные. Увидите, ребят, конечно, он смотрится мега забавно. Да, но дельт классно. Прям классно. Погнали теперь, ребят, медуза. В передвижении смотрим. У него все движется, ребят, все это в прицеле. Не знаю, мне зашло. Руки, посмотреть на руки заодно, да. Они, кстати, вот видите, чуть светятся. Ноги. Встань куда-нибудь. Вон у нее, видите, как ласты. Не знаю, мне зашла эта деваха. Прикольно. Обертка, господи, дельт. Ляг. Офигеть. Вы прям в медузе летите. Мне кажется, это, по-моему, единственный дельт, в котором вы прям внутри летите. Прям как в куполе. Офигенная тема. Мне очень это прикалывает. Кто, ребят, еще не заметил, ну или кто не знает, третий сезон. С третьего сезона эмоция. Теперь в передвижении. Я ее в избранное себе поставил в честь этого события. Теперь у меня есть прикольные две. Две прикольные эмоции олдовые. Это прикольно. Здесь все, ребят, тег автора. Не забывайте, как я, ребят, прикупил с тегом автора из ПТ-083. Рекомендую вам делать так же и участвовать в розыгрыше на 10 тысяч рублей в группе ВКонтакте. Еще хотел быстренько, ребят, вам показать. Первое, что это сегодня добавили стиль на кирку. У кого она есть, зыркайте. Вот такая вот. Было так, добавили вот такую. Отлично, прям вообще хорошо. И, ребят, добавили вот такой бэкпэк. Вот такой аккуратный, кайфовый бэкпэк. Процентов на 90, я уверен, что это вот от этого скина. Где он? Всю вот от этого скина. Процентов на 90, мы уверены, потому что методом тыка люди говорят, что те, у кого есть этот скин, им добавили. У кого нету этого скина, бэкпэка этого нет. Но бэкпэк, ну и скин хороший, и бэкпэк вообще убойный. Очень аккуратно сделан. Очень крутой бэкпэк. Так, и вот новости. Понятно. И вот он. С неплохой киркой. На этом он заканчивается. Да. Вам спасибо всем большое за просмотр. Жду вас на трансляции в четверг, ребят. А, кстати, еще там испытания нам подобавляли, ребят, на два стиля тоже. Пулу добавили стиль и этому. Так что потихоньку тоже начали делать испытания. Пул офигенные. Ну, пузырь. В плане просто реколор. Спасибо всем большое за просмотр. Ребят, не забывайте, сегодня со среды на четверг магазин обновляется в ПВЕ. После аутро будет ставка с ПВЕ. Вам всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкос. Не забывайте писать комменты. Приходите ко мне на трансляции с 10:30 вечера до 3 ночи. Пока. Теперь у нас ПВЕ, ребят, не забываем, в ПВЕ тоже есть поддержка автора, которую тоже можно вписывать, если вы покупаете ламы, ребят, указывайте. Что у нас тут? Листаем. Если, как всегда, чатик что-то подскажет, глянем. Не подскажет, не глянем. Владычицу. Сейчас владычицу покажу. Владычицу. Окей. Кроме владычицы ничего люди не хотят. Тогда владычица. Ловушку и топор. Вот это, наверное, топор. А это, наверное, ловушка. На этом, ребят, все. Спасибо за просмотр. До встречи.